Миграционный юрист Хидиров Саид пишет: самый законопослушный субъект – это Алтайский край. Указ президента соответствующим образом соблюдает все четко. Алтайский край. У нас, кстати, по Алтайскому краю были жалобы, вы не помните? Нет, вот действительно нет. Ну, если нас смотрят сотрудники УВМ Алтайского края, спасибо вам большое за хорошую работу. Приятно, кстати, вот хвалить, да, людей, вот ругать не так приятно.